Кис-кис-кис! А ну бегом сюда, тупое животное! Эти уроды разнесли дом, пытаясь убить мою кисулю. Она расстроилась и решила отомстить. А уж я-то знаю, Персик, она этим хиппи глотки перегрызет. Наверное, она бродит в ближайшем лагере. Оттуда несет подмышками и консервами, значит, эдемщики где-то рядом. Ступай и найди ее. Не забудь вкусняшки. Персик, прям как та шлюшка Драгман, кидается на свежее мясо. Ради него на край света пойдет. Верни мою кошечку. Где-то.
А по тебе и не скажешь. Признаться, думала, больше тебя не увижу. Мне-то казалось, ты туповат. Но, похоже, я ошиблась. Вот что. Забирай эту чертову кошку. Мне было так спокойно, когда никто не требовал еды, воды и внимания. Ну вот и все, ступай. Максимум из того, что имеем. Вы скажете «да», я хочу спасти. Вы скажете «да», я хочу спасти.
хочу!